Дорогие друзья, и снова здравствуйте. Меня зовут Денис, и вы снова на канале компании «Активный отдых». Сегодня я хочу рассказать вам про супертяж, который производит «Русская механика». Итак, поехали! Итак, встречайте, «Тайга Патруль» 800. Друзья, а теперь о ништяках данного снегохода. Здесь вы можете увидеть большое количество кнопок, но о них более подробно я расскажу прямо сейчас. Подъезжаем ближе. Здесь у нас находится регулировка обогрева ручек. Вы выбираете уровень интенсива прожарки ваших рук, а здесь непосредственно регулировка обогрева крокогаза. Завести этот снегоход можно двумя путями. Нажав отличную кнопку здесь, серую, которая представлена старт-стоп, и, соответственно, запустить его по старинке обычным ключом. А сейчас я хочу рассказать про приборную панель КОС, поскольку про нее задают очень много вопросов. Что она показывает и чем она так интересна? Подъезжаем ближе. Здесь вы можете увидеть показания спидометра, показания вашей скорости, датчик времени и, соответственно, уровень топлива. Но помимо этого всего, положение А – это путешествие в одну сторону, положение Б – это путешествие в другую сторону. Также здесь вы можете увидеть наработку моточасов техники и, соответственно, максимальную скорость снегохода с максимальной температурой в цилиндре. Хочется рассказать вам о сидении. Сидение достаточно комфортное как для водителя, так и для пассажира. Такое ощущение, как будто я провалился в диван. И есть обогрев рук, что немаловажно. Отсеки. Багажный отсек у данного снегохода небольшой, поскольку здесь прячется очень мощный аккумулятор на 55 ампер-часов и, соответственно, небольшой багажник, в который войдет самое необходимое. Что касается гусеницы данного снегохода. Гусеница от данного снегохода 60 сантиметров. Достаточно широкая и позволяет преодолевать любой снег и любые препятствия. Обратите внимание на ее грунтозацеп. Он увеличен до 3,2 сантиметра. Также имеется здесь у нас дополнительная стоечка, ход которой идет 385 мм. И это позволяет комфортно передвигаться практически в любых условиях. А теперь самое интересное. Что же такого интересного в этом снегоходе? Здесь установлен 4-тактный V-образный двигатель с номиналом 800 кубов. Также у этой модели именно вот здесь находится усиленная коробка передач, которая позволяет ездить как на повышенной, так и на пониженной и таскать за собой, кстати, что немаловажно для этого рабочего коня, более 500 килограмм за собой. Это круто! На случай экстренного выезда и эвакуации, если на улице мороз, вы можете включить автономный отопитель, подведя его к розетке 220, подогреть снегоход, завести его в любых погодных условиях и поехать на эвакуацию своих товарищей, друзей или еще кого-либо. И это незаменимая вещь. Подведем итог данного обзора. Для чего же нужен все-таки этот снегоход? А снегоход этот нужен для рыбаков, для охотников, поисково-спасательных отрядов. Также его используют очень часто на турбазах. Поэтому снегоход многофункциональный, универсальный. Если вам он нужен, обязательно приходите к нам в компанию «Активный отдых». Все лучшее для вас!